Что ожидают в Грузии от Евробаскета 2011, который пройдет в Литве, и когда национальная сборная наших стран будет играть в одной группе? Вы же знаете, что мы в первый раз в финальном этапе играем. Это очень трудно будет для нас. Ну, мы думаем, мы будем бороться. Так настроена вся страна и вся команда. И об Украине что говорится, это, по-моему, очень сильная команда. У них еще нового тренера назначили от НБА, это все. Мы думаем, что мы вообще-то дружные страны, но на поле эта дружба уже, это игра уже. Мы будем бороться с вами, но что будет, это посмотрим там. А кого считают в Грузии фаворитом нашей группы? Там есть и конечно, Словению. Первый раз. Словения, по-моему, считается вообще фаворитом во всем турнире. Это очень сильная команда, по-моему. Ну, конечно, Россия там очень сильная команда. Ну, я думаю, что и в Грузии думаю, что это Словения, по-моему, в нашей группе самая сильная команда. Удастся вам собрать всех сильнейших, там, Скитишвили, Маркович? Все будут. Все будут. Сейчас все там, но потом что будет, никто не знает. Чтобы ни травы не были. По-моему, все будут. И у вас тоже тренер, который очень долго работал в NBA? Да, он тоже сейчас тоже там работает. Этот очень хороший тренер. Кокошков, Игорь Кокошков. Он серб по национальности. Ну, очень хороший тренер. Мы думаем, что это хороший тренер. А он знаком с нашим тренером, с Майком Фрутовым? Они между собой? Не знаю, как назначили вашего тренера. Мы еще не встречались. Он пока не приехал. Он прямо на сборы поедет. Ну, а когда он тренировал, по-моему, Фрутов уже не был так тренером. Наверное, знает, не знаю точно. Но он, этот наш тренер очень молодой.